Насыщенным на мероприятии встречи получилось празднование Дня родного языка. Студенты факультета филологии и истории проверили свои знания татарского языка, написав диктант по тексту писателя Абдурахмана Абсалямова, а также проявили таланты на конкурсе чтецов. Участниками очного тура ежегодной межрегиональной научной универсиады по русскому языку стали учащиеся 9-11 классов из Елабуги, Набережных Челнов, Мамандыша, Менделеевска и Нижнекамска. Для гостей вуза была организована экскурсия в музей книги, научный читальный зал, в ходе которой ребятам рассказал об историческом наследии вуза профессор кафедры русского языка и литературы Анатолий Разживин. Ежегодно со своими учениками мы участвуем в универсиаде, которую организует Елабужский вуз. Я сама когда-то закончила это учебное заведение и очень люблю и преподавателей, и вообще сам институт. Я думаю, что это очень неплохо, когда ученики имеют возможность попробовать себя в роли студентов. Студенты нашего вуза и школьники стали участниками всероссийской открытой акции «Толис диктат» – открытого диктанта по немецкому языку. Данное мероприятие состоялось уже в 7-й раз. Его организаторами являются преподаватели кафедры немецкой филологии. Этот день мы всегда очень ждем с нетерпением. Мы участвуем уже в третий раз в этой акции. И нужно сказать, что количество участников от года в год растет. Понятно, что сейчас английский язык популярен, но немецкий язык в данном случае за немецким языком большая культура. И мы прилагаем максимум усилий, чтобы количество участников увеличилось. Победители диктанта получат благодарственные письма, а участники – сертификаты от Елабужского института. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.